Богатство города его жителей. Именно под таким девизом отпраздновали 96-ю годовщину образования города Карачаевска. На центральной площади имени Героя России Канамата Баташева прошло праздничное мероприятие, где отметили почетными наградами славных сынов и дочерей, проявивших себя в различных сферах деятельности. На празднике побывал и Алихан Лепшоков. Праздничное мероприятие к 96-й годовщине образования Карачаевска открылось демонстрацией ролика, где представили историю становления и развития города. Собравшиеся вспоминали, как 7 ноября 1927 года состоялось торжественное открытие города Микоян-Шахар в честь Анастаса Микояна, который поддержал идею строительства. В этот светлый день председатель облсовета Карачаевской автономной области Курманали Курджиев ударом сабли перерезал красную ленту, дав старт жизни новому городу. В период депортации карачаевского народа город был переименован в Клухори, а по возвращению в Карачаевск. Открывая праздничное мероприятие, от имени главы республики поздравил горожан первый заместитель председателя правительства Карачаева Черкесии Хазарчик Куев. Карачаевск – город молодежи и студентов. Их энергия, креативность и вера в свои силы подтверждает, что нет ничего невозможного для того, кто стремится вперед. Мы видим, как динамично развивается Карачаевский городской округ. Каждое новое здание, ремонт дорог, развитие образования, культуры и спорта – все это делается для наших детей, чтобы они жили счастливо и благополучно. Желаю Карачаевску и его жителям благополучия. После Хазарчик Куев вручил почетные грамоты правительства Карачаева-Черкесии жителям Карачаевска, которые внесли свой вклад в развитие различных сфер жизнедеятельности. В свою очередь, с днем города поздравил и мэр Карачаевска Марат Урусов. Он подчеркнул, что именно люди являются главным нашим богатством, благодаря которым мы продолжаем развиваться. Это праздник всех, кто любит родной Карачаевск и трудится на его благо. От имени всех присутствующих хочу выразить глубокую благодарность всем гостям этого вечера. Спасибо за теплые поздравления, за ваши искренние улыбки и эмоции. Сегодня мы поистине можем гордиться славным прошлым нашего города, традициями и, главное, богатством, неравнодушными, талантливыми и трудолюбивыми людьми. По доброй традиции, в день рождения Карачаевска мэр Марат Урусов отметил званием заслуженный гражданин известных сыновей и дочерей города. В свою очередь, виновники торжества выражали благодарность и поздравляли жителей с праздником. Это большой праздник. Это Карачаевск, это центр культуры, это центр спорта, это центр кузницы кадров ученых, кадров педагогов, кадров спортсменов. И я желаю, чтобы наш город дальше еще больше и больше процветал. Я поздравляю всех горожан, жителей, гостей города Карачаевска с таким прекрасным днем, днем города. Я в этом городе провел почти всю свою сознательную жизнь, можно сказать, потому что после школы поступил в институт, потом в аспирантуру и вернулся сюда. И с тех пор у меня место работы, только одна запись. Для всех жителей и гостей города был организован концерт с участием известных артистов республики и ярких танцевальных коллективов. Алихан Лепшоков, Олег Молхожев, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевск.